чуть на полчаса раньше проспала. Но ничего, нормально, у меня часики, сейчас соберемся. Так, ребят, ну что, как смогла, накрасилась. С прической трэш, из-за того, что проспала, ничего не успеваю я уложить. Ну, как есть, короче, ладно. Что сегодня? Праздник, что ли? Повседневно. Вот. Все, мы уже собраны, сидим сейчас буквально 10-15 минут. А что, это птица? Или это телефон? Секунду. А, это птица, поэтому будильник меня. Так что мы скоро приедем, да, котика? Котик обувается уже. Так, ну что, мы уже прям одеваемся. Выходим. Время у нас 6:02. Не видно. 6:02. Котик, давай сделаем. Ребят, ну что, мы ладно. Не, спасибо. Вы что, в отпуске? В отпуске. Ой, как чувствуется курортный город. Такси, 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 такси. Очень активно. Вот. Спасибо. Здесь? Да. Это везде, короче, зазывало очень много. Классно. Классно? Игорь Евгеньевич. Кофе сейчас возьму. Мне горло надо прогреть. Магазин светящихся футболок. Блин, слушайте, так красиво выглядит. Котики прикольные. Блин, прикольно, я такую взяла. Эх ты. Слушай, клевые футболки. А наш завтрак сегодня выглядит вот так. Купили водичку, бутеры сделала нам с вечера. Сейчас покушаем. И у нас где-то есть, будет еще часик примерно. И потом мы стартуем. Мы тут берем ячейку. И чемодану. Ребят, оказывается, в маленькую легко помещается такой большой чемодан. Еще и пакет. Вот вам для информации. Так, а сейчас мы покупаем билетики с Адлера на Роза Хутор и едем в горы. Да, Котик? Угу. Ням-ням-ням. Ребята! Вы посмотрите, как красиво! Вообще, такое небо еще. Клевенькое. Ребят, давайте Игоря попросим. Он очень много снимает, Игорь. Игорь, ты много снимаешь? Давай ты потом вот все это соберешь за все дни и выложишь тоже на мой YouTube. Ты как? А? Ну, он снимает там для ребят, для себя. Ну, давай. Давайте, голосуйте, ставьте. Ставьте хотя бы 10, не знаю, давайте комментарий. Какой комментарий? Скажи, они будут писать, и мы поймем, что это надо. Синее сердечко? Давайте, ребят, будет 10 синих сердечек. Игорь смонтирует все за поездку и выложит на мой канал. Вот эти твои мини-видюшки. Да? Давай? Ладно? Все, ставьте 10 синих сердечек. Но только если один кто-то поставит, не считается. 10 разных людей. Смотрите, вон там видно горы. Заснеженные такие. Вау, просто, просто вау. Фотку замок. Смотрите, ребят. Морешко. Такое с волнами. Самолетик полетел. Да. А мы решили по пирсу пройтись сюда. Стоим на обрыве. А дальше море. И вы видите, какое оно бирюзовое просто. Темно-бирюзовое такое. Котик. Мы решили минут хотя бы 15 поколесить на самокатиках. Ой. Так, ну что?
что открыли сезон 19 марта самокатный. На самом деле мы могли и раньше открыть. У нас уже с 10 марта стоят. Ну, то болели, то. Чуть-чуть погостили по Адлеру. Так, ну что, мы сейчас едем на Роллс-Кутер. Игорь тоже снимает. Здесь, короче, облака вот так вот низко висят над лесом, так небось, как будто дымит вообще. Надо пройти через турникет. А мы в горе приехали. Блин, так классно, тепло вообще. И снежные, ребят, горы. Вообще пах. Да, вон там. Поехали уже. Да, что-то мы накутались как-то сильно, потому что, ну, воздух тут попрохладнее. Ребят, мы всегда вот ездим на Розу Хутор, а этот раз мы захотели вот на Альпику, да? Да. Где мы? Находимся. Обычно пишут, вы здесь. Не видно, да? Ничего непонятно. Ой. Где мы? Конечная станция, как дорог, наверное, вот здесь. Да. И здесь. Ну, короче, вот так вот. Ты хочешь тут купить? Так, купили билетики на две вершины. Я такую брошюрку взяла. Сохраняйте билеты у вас бумажные с QR-кодом. Везде проходите. Сейчас мы идем на гору Альпику, будем подниматься. Можешь заходить? Помнишь, как раньше, когда с Леной сослала, как медведь? Мы вдвоем просто хотели. Вдвоем? Да, 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 да. О, там открытые есть. Чуть было, что-то хрустнуло. Смотри, там дырка. Что-то мне страшно. Лен, Богдан, привет. Лен, Богдан, вам привет. Мы на какой-то сегодня другой катаемся. Котик. Красивенько, да. Правда, вот эти, да, окна такие все покорябанные. Ну да, уже старые. Угу. Ребят, смотрите, цветы уже цветут. Прикольно, желтенькие. Ребята. Такие дяденьки классные попались нам. Говорит, вы что, говорит, вылазить? Все так начинается. Не надо нам пересаживаться, оказывается. Мы потом думаем на открытие на такой поехать, да, Игорь, назад. Вау. Мы сейчас будем разгончик набирать на ту гору. Так, так, так. Сейчас пойдет, да, разгон? Ма-ма-ма-ма-ма. Крын-трын-трын-трын-трын-трын-трын, цветы, смотри, какие классные, желтенькие. О, так близко, вау. Смотри, сколько цветов. И нам туда. Вью, классно, цветочки. И вон какая-то, да, трасса кататься, наверное, на лыжах? Или на чем-то там? Какая красота, горы вокруг.
еще 100? Ой, какая красота. Вообще, горы, горы, горы. И там тоже горы. Там катаются. Мы еще поднимаемся туда. Несется, несется. Лыжник. Вау. Ребят, мы вышли в снег. Вот сюда вышли. Тут пересадочка небольшая. Вот горы там, красота. Оттуда мы приехали. Вот так вот. Видите, тут разворачивается. Мы дальше, да, приедем? Такой лыжник. Так красиво там. Жесть какая-то. Мне страшно. Ай, блин, как будто касаюсь уже чего-то. Зай. Тут уже мускулы. Зай. Зай. Солнце. Так интереснее? Да, открытый классно снимается. Ничего лишнего. Да ладно, новый купим что-то. Прикольно. Едем в открытый. Тарик, прикольно, что за нами? Ну да, что за нами, как бы желтый мир. Мир моими глазами. Что, высоко для тебя уже? Да, где высоко. Да, пожалуйста, держи. Да что ты с телефоном? Блин, ребят, вон там трасса, вон оттуда идет. Она такая крутая. Крутая. Офигеть. Рюкзак там держишь, что ли? Дюн-дюн-дюн. Немножко можешь снега зачерстить? Тоже трасса. Это плохая. Все обколесили они тут. Я очки одела. Короче, тут так слепит солнце от снега, отражает. И говорит, я понимаю, почему, да, они эти скейтбордисты все. Этим глазом все смотрю. Одним глазом? Да, вот так. Игорь напялил очки на очки, пялись боком. Так, ну что, мы на пике. 2,256. Тут тусовка, конечно. Ой. Пикаю. Какая здесь красота. Солнышко такое яркое. Красотень? Да, красотень. Ого, уже, да? Снег. Да. Напялил маечки. Я напялила ему. Так что очень круто тут, конечно. Лыжники дают свою атмосферу, с ними так ярко, как, не знаю, наблюдаешь за ними. Прикольно. Все, у меня телефон сел. Так, у меня айфон сел. Я на другой перешла. И, короче, зарядку с собой не брала, такую специальную. Будет поближе сейчас. Ну ничего. Розовой помадой накрасила. Пойдем туда на уголок. Угу. Куряга. Сделай так еще раз, как ты делал.
Игорь так стоит. Я говорю, не понимаю, ты улыбаешься или щуришься? Он говорит, щурюсь. Заезд. Ребят, короче, у нас 10 часов. Мы уже так вымотаны. Потому что у нас уже столько всего. И мы и море видели, и покатались на самокате. Спали мало. Да, ой, ребят, вы не представляете, что у меня вчера было. У меня женские дни. У меня так болел живот. Я вчера выпила одну таблетку, мигрениум новую. Фигня вообще мне не помогла. Я мучилась. Психанула, выпила Настю. Он только через час подействовал. Я уснула, я не знаю, очень поздно. И спала очень плохо. Вот. Разгон такой, офигеть. Да, очень. Вниз, конечно, на открытом. Офигеть, так высоко. Жесть. Да, конечно, красиво. Круто. Красота. Вау, какая красотища. Смотрите, как высоко. Трын-трын-трын-трын-трын. Так? Да. Сейчас там музычку будет? Подожди, сейчас. Да. Ты что здесь? Так, ребят. Мы спустились с одной. Ушел. Сейчас поем на еще одну, если честно, есть вообще, но тут посмотрели, вроде можно что-то декорировать. Пошли. Куда нам? А, теперь мы на второй склон. Альпика была, теперь Лау. Но она не такая высокая, но тоже интересно. На ней побывать мы ни разу не были. Так что чешем. Я немножко устала и хочу кушать. И рано встали, то, что плохо спала. Но ничего, бодрячком. Тут кабинки такие большие, вообще прям прикольные. Здесь прям много мест, очень много. До 30 человек. До 30? Да. Офигеть. Здесь горная река, дорога. Тоже такой подъем прикольный. Дорожки всякие. Подъемки, Лаура. Смотрите, какая красота. Здесь очень красиво. Тут много подъемников. Какой-то ресторанчик хотим посмотреть, что тут вообще. Что-то есть уже охота прям. Ой, слушайте, красивенько тут у них. Внутри, а что там? Морепродукты? Красота. Игорь вроде захотел... Да, здравствуйте. Захотел место на террасе. О, ну тогда там солнышко. Ну, идем посмотрим. Вкусно пахнет. Кстати. О, красота такая. Прикольно. Здесь останется? Да, да, давайте. Красиво очень. Смотрите, какой красивый вид у этого ресторанчика. Нас на терраску посадили. Вот так это здесь выглядит. О, там еще гора такая красивая, да? Очень красиво. Мы как раз-таки были там где-то. Я не помню уже. Но очень классно. Уютненько так. Фига, уже принесли все. Какая красота. Ребят, у меня, значит, салат с брускеты. Брускеты, брискеты, это, короче, свинина. Вот, много очень так прям пышная. О, Игорь, скажи, что у тебя там? Козлятина. Первый раз? Краснополянск. Догадываю желание. Мне кажется, толстый, да, перец? Да, мне тоже кажется. А хотя, не знаю. И у меня еще латы. Кость, значит, как красиво, Кость. Смотри, какой вид. Кость, никакой сериал не нужен, да? Вау. У меня, кстати, в салате очень много мяса. Оно было прикрыто зеленью. Офигенно. Аджика не острая, очень вкусная. Вкусная лата. И говорит, ну тебе как? Очень прикольно? Это брокколи? А, нет, какая-то петрушка типа. Слушайте, прикольно тут. Очень вкусно.
нам все понравилось. И вид, конечно. Вообще просто космос. Нереально, что-то и там горы, и тут горы, везде горы. Мы еще пока здесь сидим, наслаждаемся. Знаете, что Игорь говорит, представляете сейчас, как в Адлере тепло, мы сидим на солнце. Просто, мне кажется, если честно, Игорь, у тебя загорит сейчас лицо и голова, потому что это лысый, и мне кажется, ты уже загорел. Солнце, видите, какой фигачит еще. Мы сюда вот на террасику подошли, ресторанчик. Тоже горы, близко очень. Красиво. Кать, ну что, мы спускаемся, да? Сейчас в Адлере, наверное, очень жарко. На пляж пойдем, да, Коть? Да? На пляж пойдем? Ребят, давайте я вам покажу, как мы сегодня прокатились. В общем, мы сидели с Атальпики, вот этой вот, и поднимались в самый верх. Тут, ну, была у нас там где-то пересадка, по-моему, да? И поднимались в самый пик, там, где 256. Вот. Вот так вот. Дальше мы опять спустились. Очень классная трасса. Кстати, она чуть-чуть ниже, чем Роза Хутор, да? Роза Пик чуть ниже прям. Спустились назад. От этой станции, мы, кстати, сейчас здесь и находимся. От этой станции мы начали подниматься на такой большой вот кабинке. Доехали до вон туда, да? Нет, по-моему, вот. Вот, вот здесь ресторан. Вот эта штука была, нет? Вот мы, по-моему, до туда, нет? Или до Лаурумы? Короче, вот сюда поднялись, сходили в ресторанчик и опять спустились, и сейчас мы опять там. А еще, кстати, я говорю, вот это Гранд Отель, наверное, тут снимали Гранд. Снимали же здесь на Розе Хутор Гранд, вот это продолжение кухни. Походу, в каком-то из корпусов это все и было. Короче, вот такая красота, такая прикольная трасса. Такая большая, клево. А есть еще Роза Пик, она чуть, она там, по-моему, да. Она поднимается чуть вот там, вон там, там, и вот туда вот поднимаетесь. Ну, классно. Да, вокзал с этой стороны. Так много людей, машин в три ряда ездит. Так, мы идем за вещами. Прикольно здесь. Как-то живенько. А, смотри, сколько самокатов. Давай. Забрали вещи, ребят. Сейчас будем заселяться. Ну, недалеко вроде тут живем. Ждем такси. Суета такая тут на вокзале. Какой Адлер, пробочный город, как Краснодар. Нас даже не смогли довести до отеля, потому что там пробка, и мы идем пешком. Это наш? А, вон он. Слушайте, а у нас тут возле отеля прям так неплохо. Морешко, там ресторанчик какой-то морской. Тут красивый отель. Но мы попроще. Вот, идем. Но тут там красивый этот ресторанчик у них, бар. Но тут тоже красиво, можно будет сюда прийти, да, Коль? Прикольно. Вон там уже, видишь, у нас там прикольненько. Это наш отель, Охотник называется. Ну, тоже неплохо, кстати. Наш отель. Идем? Симпатично. Так, нет лифта. Как же минус звезда. Третий этаж у нас. Ну ладно, нам полезно. Идем. Вид из окошка. Смотрите, какой вид с общего балкончика. Сейчас самолет пролетел, такой грохот. Игорь говорит, тихое место выбрал. Идешь? Какой? Ну, рум-тур будешь ты снял. 300. 310.
попы. Ой, слушайте, как красиво тут. Так. Любой стрелочек. Таски. Я что, знаю, что? Можно. Угу. Видал? Орешь на меня. Вот. Вау. Сейчас рум-тур за снимет вам Игорь. Ребят, ну что, мы заселились, уже перекупались. Вы слышите, как шумит море? Офигеть. Так громко. Стоит долго уже. Господи, какие больные. Кошмар. Сними вот так вот. Ест колбаску. Вольная собака. Все еще кинем. Тобик, Тобик. Видали, что? Можно купаться уже, оказывается. Кутику там завалило. Прикольное. Опять. Ну, нам нечего дать. Или есть что? Дашь колбаску? Ну, возьми. Иди ты. Смотри, а ничего, купаться пойдет? Ну, а что, нет? Охренеть. Море же ледяное. Я в шоке. Ты в шоке? Угу. Я не верю, это так для фотки они. Включили телечек, сейчас, наверное, что-нибудь перекусим и будем отдыхать. Я вообще устала. Какая красотища. Немножко поспала, встала, и Игорь еще лежит. Вот так у нас уже время. И вот такое красивое море. Серенькое. Утром было синее. А еще ресторанчик, в котором у нас включен завтрак. Ну и можно тоже покушать ужин или обед со скидкой, а завтрак прям включен в стоимость. Прикольно. Здесь постоянный шум самолетов и постоянно летают самолеты, потому что мы, по сути, живем над аэропортом. Сейчас вот он прогудел и полетел. В облака ушел. Классно. Я люблю самолетики, поэтому для меня это только плюс. Слушайте, а прохладно. Я сижу, уже два самолета. Я видела. Отдыхаю. Холодно. Пипец, ребят, чувак пойдет купаться. У меня тут вышла в футболке, то замерзла, блин. Серьезно, чувак, ты издеваешься. Офигеть. Больной.
Кристина реально искупался. Собачки там играют. Ну тут людно, кто-то на лавочке сидит, кто гуляет. Бежим, дупуемся, у нас прям с кровати видно закат, шумит море, мы открыли окошко, то только с балконом холодно, и самолетики летают, видно. Как видите, вот, ну мы лежим, это чуть повыше выглядит, и вот там обычно самолеты. Еще смотрите, вот как получается расположение отеля, и вот взлетная полоса, она, вот мы живем, и он тут летит как раз, прикольно. Прикольно. Муж знает, что я люблю самолетики, закаты. Вот и такой отель классный выбрал. Сам, да, Коть? Обычно я всегда этим занимаюсь, а тут он вот такую красоту выбрал. Яйца из головы оранжевого. Кстати, ты заметила, оно оранжевое, а не красное? Оранжевое для меня, для рыженькой. Там красные есть, по-моему. А тут самолет. Если вы увидите. Он быстро, правда, в облака уходит. Ну? Ну? Ты где? Самолет, вон он. Сейчас в облака скроется. Долго летит, еще видно прям так. Классно. Мы сейчас будем думать, да, Коть, что, какие планы у нас. У нас просто нет прям супер каких-то расписанных, так примерно. Вот, завтра у меня уже день рождения. 30 лет. Вот, короче, что-то у меня болит теперь еще и где лопатки, спина тоже защемляет, дышать трудно. И, ну, вообще просто, как бы руки, когда постоянно поднимаешь, как бы есть такой дискомфорт. Смотри, как облака там красивые. Что за красивый закат? Видимо, спортсмены какие-то. Играют в нашем отеле, может, даже живут. Кто-то тоже прям на море сидит, смотрит. Ну, красиво, ребят, скажите. Невероятно. У нас тут выходишь, такие люстры, тут цветочки, прикольно, мне нравится, красивенько. Сейчас хотим пойти на балкон, посмотреть самолеты с другой стороны, как летают. А с балкончика мы вышли на 4-м этаже, торговый центр, да? Торговый центр. Вот тут вот, короче, аэропорт, и тут вот так прилетают самолеты. Отель вот этот красивый, я Игорю говорю, прикольный. Двор вот так наш выглядит. Так поняла, там готовят. Какое-то поле, стадиончик. А что, скоро будет самолет? По-моему, там не скоро, нет? А ты смотрела вот какой-то? Мы туда ушли, тут еще сильнее уже закат. Уже солнце село. Оно уже ушло туда за тучу давно. И вот такая красота. Какой-то розовый отлив. Шум моря вечером. Ничего не видно практически. Не, ну волны видно. Так, на чем мы выбрались, да, на прогулку на вечернюю? Сходить в магаз, ну, съездить, вот, чуть-чуть перекусить взять, вот, и будем сегодня дома, лучше никуда не хотим, устали, вот, просто сегодня проведем вечер в отеле. Уже на балкончике тут огоньки, красота. Ну, вон там вокзал, Кость, я так понимаю, дуга вон там такая, он, наверное, там, да? Который рядом с нами, там вон бассейн, люди там плавают, это прикольно. Березки, смотрим тут кулинарию, что-то взять чуть-чуть на завтрак, ой, на ужин. Может, на обед, чтобы осталось. Сейчас покажу сразу, что мы взяли. Короче, взяли мне тортик, бумагу, салатик. Игорь себе такой, макарон. Будем сейчас кушать мохито, мяско, водичку и Игорь пиво. А то потом дома мне будет не худ. Ты так долго тут ждешь уже? Так прикольный какой-то, как в подвале. Так, а мы домой.
в отель. Мне сказали в отеле, что нет возможности у них стирать, только типа химчистки. Ну что, я руками сейчас постираю в раковине мыло. Я простирну одежду, которую с поезда, потому что нам потом опять на поезде ехать ее одевать. И хочет, чтобы она была свежей. Пошла стирать. Ну что, я постирала, лежу. Короче, рука болит, в спину надает, трэш. С Данилом общаемся. Данил будет с котиком ездить. Я не знаю, с Наськой или один, или с Наськой все же. Вот, убирать у них там и кормить. Вот, мы попросили Даню, чтобы он нас этим выручил. У него, во-первых, машина, а во-вторых, он там рядышком живет с нами. Вот, будет мыкаться котиком. Сейчас ему все рассказывала. Че, как, куда, зачем, я додельная. Вот, короче, болит спина, блин, вообще. Сегодня ужин такой. У меня салат с креветками и соусом альтерна. Он тут в состав еще креветки, бобы, кино, ананас. Прикольно, мне кажется, прям креветок много. Мохито взяла вот такой. Я пила не клубничный, так себе. Думаю, клубничный вдруг вкуснее. Игорь себе шашлычок, шпашечку и селедочку. И у Игоря безалкогольный пивасик. А, ну у него там еще сухофрукты. Вот, так что мы ужинать и смотреть Букины вот этот вот новый, который... Так, всем приятного. На балкончике посидеть. Ты тоже на... Не нужно. На балкончике посидеть, чуть-чуть, Игорь, покурим, пообщаемся, да? Угу. Офигеть, как шумно, да? А, да, видно. Прикольно. Капец, к нам кто-то будет. Ну, что, блядь? Ошибся, наверное. У меня 310. Ну, наверное, ошиблись. Посмотрите. Извиняюсь, пожалуйста. Сходите на ресепшн, узнайте. Мне это сложно сказать. Ну, это ошиблись. Извините, пожалуйста. Пипец. Как у Игоря, блин, в туалете. Я лежу не одетая, но я в футболке в одной. И кто-то ломится. Карточку вставляет. Трэш. Видео? Желание. Что это такое? Ну что, мой день рождения настал. Муж меня поздравил, мы задули. Не нашли мы свечку, задули палочку от кофе. Вот. Да, Котя? Угу. Сейчас будем отдыхать, потому что оставший сейчас мой косметоз. Вот. И я сейчас вам покажу, что мы подарили Игорь. И букетик еще, и тортика тоже мы не нашли. Зачем? Вообще, да? Ничего не нашли. Ну, ничего страшного. У меня вот такие вот цветочки. Они завтра нам... будут нужны для фотосессии. Мы хотим кое-чего отснять с Игорем. Вот. Вместо тортика макарон, с которым мы вставляли палочку. И сейчас покажу вам подарочек. Подарок мой выглядит вот так. Это колечки. Я о них, конечно, знала, потому что мы вместе с Игорем мерили, выбирали. Вот. Но Игорь подарил мне только сейчас. В общем, вот это кольцо дорожкой, мы его приурочили к нашей дате 10 лет, а вот это мы заменили то, которое у меня было помолвочное, на вот это бриллиант Якутии. Я очень хотела кольцо с бриллиантиком, и вот теперь у меня оно есть, и тут не один, а целых 12. Не видно на видео, но там, в общем, 12 камушков в этом колечке, так блестит. Конечно, я очень рада. Спасибо мужу. Меня очень порадовал. Вот такой вот у меня теперь набор красивых колечек. Можно по одному носить, можно сразу два. Вот, но они вот у меня идут именно как обручалка. Вот одно из колечек. Так что вот так вот смотрится. Красота. Пишите, как вам. Ставлю фоточки, потому что на видео как-то не фокусируется. Крепец Гаязовых вышел. Прям к моему день рождения. Прикольно. Все. 20 марта, мой день. Что я уже умылась, буду ложиться спать.
Настя тоже мне там поздравление написала, трогательно. И вообще что-то я такая эмоциональная сейчас. Чуть-чуть надо было мне пореветь. Вот, сейчас буду отдыхать. Уже хочется спать. Вот. И так что всем спокойной ночки. Всем пока-пока.